Друзья мои, всем привет! Я рада вновь приветствовать вас на моем канале, который был заблокирован на неделю. Всем большое спасибо тем, кто присоединился на мой запасной канал в этот период. Вообще всех действительно очень сильно благодарю от души. Всем тем, кто помогал, даже из блогеров, из знакомых ребят, кто тоже ведет свои каналы, объявления ставили, что мой канал заблокирован. Я вот просто искренне, я даже не ожидала такой поддержки, как от простых моих подписчиков, всех вас, так и от блогеров других, которые тоже имеют канал. Всем огромное спасибо. Сегодня у нас на самом деле день Святого Валентина, и я думаю, что этот ролик выйдет через несколько дней после этого дня, поэтому я просто, вот сегодня у меня такое, знаете, хорошее настроение, у нас наконец-то открыли рестораны, мы решили выйти пообедать, покушать суши, мой муж подарил мне красивый букет роз, и у меня такое приподнятое настроение, я просто хочу им с вами сегодня поделиться, чтобы все невзгоды ушли. Что я хочу сказать по поводу цензуры Ютуба, да, друзья мои, теперь здесь, конечно, нужно быть очень осторожно выбирать темы разговора, выбирать слова. Я думаю, вы все это поняли. У меня есть теперь телеграм-канал, есть запасной канал YouTube. Я все ссылочки оставлю под этим роликом. Переходите, подписывайтесь, чтобы не пропадать, чтобы быть вместе, продолжать нашу работу, даже если опять случится какой-то такой казус с блокировкой. Ребят, мне также пришлось очень сильно почистить канал и удалить огромное количество роликов, потому что очень многие знакомые друзья, кто то же самое пережил, в принципе, с каналом, сказали мне, что к вам возможные жесткие проверки всех предыдущих роликов, поэтому нужно полностью очистить канал, поэтому пришлось это сделать. Многие ролики вы уже здесь больше не увидите, повторю, что я многие из них буду загружать на мой канал Telegram, а также, безусловно, подписывайтесь обязательно, еще раз вас всех прошу, на мой запасной канал, ссылочку оставляю под этим роликом. Что я хочу сказать, что у нас сейчас происходит в Италии, друзья, ну, у нас немножечко упали сейчас опять, как бы, ну, знаете, то вверх, то вниз, опять упали, значит, заражение, поэтому все потихонечку открывается, бедные несчастные владельцы ресторанов наконец-то забили опять свои залы, потому что люди просто массой пошли в ресторан, как только они открыли. Вот сегодня мы прогуливались по центру Милана, и хочу обратить ваше внимание на лица людей. Они очень добросовестно соблюдают предписания правительства по ношению масок. Ну, забежала на секундочку в миланскую Зару, покажу вам пару красивых вещей из женской коллекции новой. Не могла не заснять вот этот шикарнейший тортик ко дню Святого Валентина, который выставили в кафешке Сант-Амброс. Ну что, наконец-то открылись рестораны, и люди просто вырвались, реально не было мест, мы еле-еле смогли забронировать место в ресторане Fingers Garden, сейчас покажу вам немножечко от ресторана и что мы брали.
che cosa che stai mangiando? Mochi. I mochi stai mangiando? Sì. Meglio mi fai un favore. Tanto la mamma, cioè, hai mischiato tutto insieme, scusami. Ну что, друзья, я для вас сделала такой позитивный ролик. Немножечко нашего миланского солнца, миланских бутиков. Ролик приветствия после недельного отсутствия. Я от всей души еще раз благодарю всех тех блогеров и общественных деятелей, кто поддержал меня в данный момент, в момент блокировки канала. Пламен Пасков, Олег Насобин, Марина Малини, Юрий Лир. Огромное всем спасибо от души, кто это поддержал постом на своем канале, оповещающим людей о том, что у меня такое произошло, чтобы люди подписывались на мой запасной канал. Кто-то советом от души помог, что и как делать, чтобы избежать этого в последующем. Да? Всем огромное спасибо. Конечно же, спасибо всем вам, мои дорогие подписчики, давайте продолжать держаться вместе, бороться за нас, за нашу жизнь, за нашу свободу, за наше счастье. Слушайте, ну я не могу не похвалиться вам, смотрите, вот какая у меня красотища. Такой букет сделанный в форме сердца, смотрите, как красиво. О, какая прелесть.